Так, ребят, всем привет, это канал «На грани фола», наша карьера за бойца в UFC 4. Всем привет, кто впервые смотрит, подпишись на канал, лайк, подписка, всех с Новым годом, Рождеством предстоящим. Вот. Наша серия в карьере за бойца продолжается. Алекс Крылов. Первый бой мы победили с вами под руководством нашего нового тренера. И посмотрим, как дальше будем развиваться. Так, отлично. Так, сегодня аншлаг, все хотят зрелищ. Так, давай устроим для зрителей представление. Теперь твой арсенал богаче, ты воспользуешься всеми орудиями. Договорились? Контролируй дистанции, выверяй удары ногами, пользуйся комбинациями. Хорошо, молодец, все получится. Как себя чувствуешь? Ладно, вперед. Вот наши полуподпольные бои пока что. Аткинсон наш соперник. Хорошо. Вспомнить бы управление после футбола. Тихо, пропускаем. Ой-ой-ой, здесь пропустили. Лоу-кики, как бы не забыть. Как же про них не стоит забывать. Нам тоже, вот смотрите. Ух ты, здесь я пропустил. На лоу-кики он отвлекся. Так, идем, проход ногу. Отлично. Захват, ушли. Выходим. Отлично. Находимся сверху. На болевой попробовать. Забираемся. Так, забираем руку. Так. Пытаемся. Надо поймать эту красную штучку своей. Сверху нее действовать. Тогда будут шансы на болевой. Смотрите. Нет, вырвался в последний момент. Казалось бы, да, уже прошел болевой. Ух ты, смотрите, от сетку пытается. Ой-ой-ой, и я уже попадаюсь. Снизу оказываюсь. Ну, удается, да, выбраться? Отлично. Болевой попробует сзади. Шею забираем. Забираем шею. Отдаст нам шею. Отдает. Так, здесь надо... чтобы моя синяя была поверх его красной. Тогда будем близки к этому. Стиком левым, видите, надо проводить удушающий. Но неплохо. Неужели уйдет? Неужели уйдет? Сдается, задушили мы Аткинсона. Задушили, вот так вот. Есть, уже второй уровень у нас. Получен приз, спать пора. Отлично, удушающим приемом побеждаем мы, ребят. Канал «На грани фола», карьера за Крылова. Снова говорю стихами, посмотрите, вот он, тейкдаун. Там, казалось бы, да, вначале он нас перевернул, но мы забрали спину и потом уже перешли на удушающий прием шеи. И отличная победа, фееричная. Есть. Наш брутальный мужик побеждает. Отлично, отличная победа. Да, тренер дает плоды свои. Болевой прием, Алекс Крылов побеждает. Так, ажиотаж слабый, травм нет, развитие, все. Прокачиваем также здесь бойца, ребят. Поединок завершен, 150 очков опыта, новый уровень. И уже второй уровень, нас соперник добит, прекрасно. Продолжим наше восхождение по UFC. Путь к UFC. Так, вот мы снова в зале, тренируем. Так, неплохо, хорошо, продолжай. Итак, хотя тебе, наверное, это уже тысячи раз говорили, борьба лучшая основа для бойца ММА. Смотри, не знаю, верно ли это на все 100, но уверен, если ты владеешь борьбой лучше соперника, то ты решаешь, как пройдет ваш поединок. Можешь вести бой стойкой, можешь перейти в партер. Уже сопернику придется подстраиваться под тебя. Вот в этом сила борьбы, понятно? Ну что, приступим к работе? Окей, тогда погнали. Ну, тренировка со спарринг-партнером нашим по борьбе. Так, смотрим. За прохождение испытаний спарринга ваш боец получает очки развития. Их можно потратить на улучшение характеристики или покупку перков. Так, выполнить. Ну да, это проход. Так, упрощенная попытка поиск возможности встать. Попытка, ага. Традиционное управление в грэплинг. Грэплинг и есть борьба. Так, чтобы он переход... Сдвиньте. Нажмите его, чтобы...
Так, мы учимся. Это атака в борьбе. Так, на болевой. То, что мы проводили уже. Вот. И вот теперь надо вот это мое синенькое полуколесо такое, да, поверх его красное держать. Тогда это будет успех близок. Хорошо, хорошо, душим. Так, я из кикбоксинга, да, у меня база кикбоксинг, кто смотрел первую серию, знает. Ну, так мы и в борьбе с дюжим, но нет, смотрите, не получилось провести по итогу, не сдается наш партнер. Клинч. А, надо его ближе, да, к нему вставать. Вот, клинч. Ага, из этой передачи... Ух, много, да, комбинаций разных всяких. Класс. Молодец, техника уверен, но если хочешь знать мое мнение, побеждает в итоге тот, кому все это нужно больше. Много всяких комбинаций, такая вот неаркадность какая-то. Можно из разных положений, разные приемы выходить. Верно, кто из бойцов останется, а кто не выдержит. Я знаю, ты не из тех, кто быстро сдается, и у тебя есть шанс это доказать в любительском поединке против уверенного бойца, но я не сомневаюсь в тебе. Ты сможешь победить. Ты можешь за себя постоять, верно? Отлично, молодчина. Да. Вот наш очередной соперник. Как я понимаю. И вот такой уже более профессиональный уровень, точнее. И будет непросто, я думаю. Так. Привет, мне стало известно, что к нам в город заехал Дайна Уайт. Это владелец UFC. Он ищет новые лица для своей претендентской серии. Ты можешь привлечь его внимание, если победишь. Понимаю, это дополнительная нагрузка. Если сомневаешься в своих силах, то можно подождать. И потом подыскать для тебя другой поединок. Я приму любое твое решение, что скажешь. Так, ну конечно я готов. Конечно я не буду упускать свой момент. Конечно, конечно. Да, попробуем. Проиграем, ничего страшного. Мы только начинающий боец. Так, кто к нам приехал? Дэн Уайт. Ну пусть тебя это не смущает. Мы здесь работаем, если ты сможешь продемонстрировать то, что получалось в зале, то все пойдет как по маслу. Успокойся, дыши ровнее. Так, хорошо. Свободнее. Да. Вот так. Вон Дэн Уайт там на заднем плане. Выбей почву, проводи двойной, вали на мат, да? Вот теперь начнется самое интересное, верно? Как себя чувствуешь? Все хорошо? Пойдем. Да, не забудь, здесь Дэн Уайт. Столько накачивают. Даже я немножко подзавелся. Хочется выиграть. Вот наш спарринг-партнер хотел сказать. Наш оппонент. Поехали. Бреннан. Так, найдем слоу-кика. У нас хорошо удар, но мы же базовый все-таки кикбоксер. Хорошо, здесь идем. Но не дается соперник нас. Выходит из-под тейкдауна. Ух ты, нас, смотрите, как... Ух ты! Ой-ой-ой-ой, уходить надо. Сразу, посмотрите, выходит нас на болевой к нам. Встать надо. Отлично. Да, как соперник явно опытный. А вот такой удар. Делаем комбинации. Пропускаем. Вот здесь хорошо. И вот здесь хорошо. Ай-яй-яй, снова под тейкдаун. Да, здесь не удается нам выправиться. Надо вставать. Да, это явно борец какой-то. Как же встать? Не дает нам встать. Давай, братан. Ух. Ой-ой-ой-ой. На болевой хочет нас взять. Очень опасно. Выходи, Алекс. Так, выносливость надо восстановить. Снова проходит под одну ногу. Блин, он нас так забодает этими тейкдаунами. Да, первый раунд пока забирает за счет тейкдаунов. Ух ты, пробили ногу. Мы уже делали нокаут по ноге. Бьем. Болевой может пройти, у нас тоже. Да, кикбоксинг дает, у него красная икра. Еще получает по ноге. Хорошо, еще в голову пропускает соперник. Ой-ой, мы пропускаем, здесь немножко увлекся и атаками. Так, может, мы раунд и заберем этот. По итогу очень тяжело. О, здесь хорошо навстречу. Мы встретили его. Ай-яй-яй, он сразу в борьбу идет. Да, это его в борьбе нас превосходит пока он. Мы базовый ударник, это высказывается в этом бою. Встаем. Ну, кроме...
Ух ты! Да. Надо выходить, выходить. Из-под этого парня. Пока не дает. Ой-ой, на болевой попадаемся. Уходим, 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 уходим. 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 Не сдавайся, Алекс. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Надо убегать от его красной этой линии. Ай-яй-яй-яй, уходи, уходи. Выходим, выходим. Фу. Да. По болевым он нас делает. Может, мы на болевой выйдем? За счет тейкдаунов, не знаю, но пару таких нокдаунов стоящих у нас все-таки было. Я еще сверху оказываюсь. Ну как вам первый раунд? Фу, жаришка, аж вспотели руки. Вот здесь мы пробили икру. Очень динамично, аж подрубили его, да? Срубили его. Ба! Ну вот тейкдаунов он много провел. Посмотрим, что в перерыве нам скажет тренер. Все смакует этот удар на хайлайтах. Ну вот в борьбе он очень опасен. С подболевого мы ушли, это хорошо. Второй раунд, нет, ничего нам не говорят. Действуем на экспромтер. Аккуратно, сейчас тейкдауны полезет. Нога у него отбита знатно. Стоит, ничего не делает, и я почему-то стою. Побоялся я тейкдауна его. Ага. Нога-то не выдерживает. Есть, еще. Сверху можно добивать, попробовать. Нет, нет. Да, вот в борьбе он опытен. Тут ничего не скажешь. Попробуем болевой провести. Мы же тренировали его все-таки. Но у нас выносливости не хватает немножко. У него с выносливостью все в порядке. Давайте встанем. Нам не нужна эта борьба. О, хорошо, встретили. По ноге есть. Ага, еще подрубаем. Может попробовать добить. Добиваем, добиваем, добиваем. Нет, уходит, уходит, зараза, уходит. Напряженнейший матч. Главное нам не пропустить никакую плюху. Так, выносливость, выносливость. Следим за выносливостью. Есть, есть, есть. Все, нокаутировали. Не хочет больше драться. Король лоу-киков. Алекс Крылов. Вынай. Ух, второй нокаут по ударам по ноге. Это фантастика какая-то. Ребят, канал на грани фола. Лайк, подписка, комментарий. Всех жду. Бах! Хорош. Было тяжело в борьбе. Он хорош, конечно, но стойка и удары лоу-киками просто фантастические. Есть. Победа Дэна Уайт. Смотри за нами, смотри. Мы хотим UFC, лучшую лигу мира. Это как Лига чемпионов в футболе, ребят. Кто не знает. Так, ждем. Технический нокаут. Отказался с нами драться. Конечно, я ему много перебил так. Фу, аж выдыхаем. Выдыхаем. Соперник добит. До третьего уровня еще далековато. Ну, прям я взбодрился. Отличный поединок. Тяжелейший такой. Ушли мы от болевого. Тейкдаунов он много провел. Неплохо боролся, но стойки-стойки мы его перебили. Практически он ничего нам не составил конкуренцию. Нокаут по ноге. Это круто. Лоу-кики по внутренней и внешней части бедра, колена, икры. Все это очень больно. И хлесткие эти удары наши. Так, мы снова в зале. Так, единственное в ММА, что мы еще не охватили, это болевые приемы, верно? Знаю, у тебя есть опыт, но послушай. Да, у меня есть одна победа. Даже и болевым. Даже если ты не хочешь учить удушающие рычаги, вынуждающие соперники хлопать тебя, просто жизненно важно вынуждать. Поверь мне, ты не захочешь, чтобы Герб Дин проводил тебя в себя. Не понимаю, не успеваю. Ладно, начнем со снов. Повторение, мать учения. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Ясно? Ясно. Отлично. Ну вот сейчас как раз и болевые будем изучать. За прохождение испытаний спарринг говоришь очки развития. Так, нам надо еще, да, прокачать его. Так, есть. Перейти к ближайшему возможному болевому. Есть. И вот он болевой. Чтобы отковать удушающий прием с помощью L, держите в свою шкалу над шкалу соперника. Да, это я вам уже объяснял. А если нам проводит болевой, то уже наоборот надо убегать от его шкалы. Сейчас, 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 сейчас. И чем сильнее соперник, тем эта шкала быстрее от нас убегать будет. И наоборот. За нами преследовать. Я думаю, вы поняли.
Хорошо, чуть-чуть. А вот там внизу... Так, есть. Grounded Pound. Встаем. Хорошо, держим. Это нам уже, да? А, надо уходить. А я наоборот под его эту штуку. Эх, моя ошибка. Ну, выбрались вроде как. Отлично, по коже ходишь, что тебе уже доводилось выполнять. Неважно, а важно то, что если продолжишь в том же духе, то уже тебе не придется беспокоиться о том, как защититься от болевого. И тут ты вооружишься новыми видами оружия в большом ассортименте. Ладно, поехали. Давайте еще бой в этой серии. И уже будем двигаться дальше с вами, ребят. Вроде первая серия зашла, вот вторая уже. Здоровья, счастья, любви вам, вашим близким. А мы двигаемся дальше. Даже я смогу прокачать нашего бойца. Все, бой за боями, тренировки. Ага, отлично, дело сделано. Пора немного развлечься. Это возможности мы и ждали. Хватишься? Так, попробуем. Хорошо, твои удары смотрятся лучше. Партер твой лучше. И тренер у тебя лучше. Слова мотивирующие. Путь был длинный, верно? Выигрываешь тут, получая шанс попасть в претендентскую серию. Вот там настоящее веселье начнется. Есть хочешь? Тогда пойдем. Пообедаем нашим соперникам. Пятюню уже отбиваем. Такой вот в одежде парень. Небритый. Взъерошенный. Так, с лоу-киков начнем. А, хорошо они у нас. Ай-яй, пропускать тоже не надо. О, хорошо. Хорошо заходит ему. Один и тот же удар. Новый уровень, джеб. Прокачиваемся в ходе игры, борьбы. Уходим под ноги, отлично. Тейкдаун за нами. Давайте немножко побьем. Ну, смотрите, у нас тоже бьет. Уходим на болевой. Нет, не дает. Закрывает гард, но мы пытаемся обходить. Выносливости пока немножко не хватает. Вы смотрите, из-под нас спину отдаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо, не надо спину отдавать, нельзя. Выходим, выкручиваемся. Выходим, выходим. Алекс, выходи. У нас выносливости не очень хорошо. Надо попробовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 нет. Только на болевой не попасться бы, а? Возня продолжается. Очень тяжело. Хорошо борется этот парень. Борьба не наш конек. С ним, по крайней мере, ой-ой-ой-ой, нет, нет, не отдаем шею. Не давать шею ни в коем случае. Стамины не хватает нам, чтобы выбраться из его объятий. Парируйте переходы, но мы пытаемся парировать. Патовая ситуация пока что. Не удается, не удается выбраться. Сможем попасться на удушающий, но нет. Ай-яй, попадаемся. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Отдали шею, но пока вроде удается освобождаться. Аккуратно. Нервный бой, но уходим, вышли, вышли. Встать бы нам, а? Встать бы нам. Ничего не получается пока. Снова, да, мы? Сейчас попадем. Выходи, выходи, Алекс, выходи. Прицепился к нам, а? Выходи, 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 выходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Пропускаем по голове. Пока он, наверное, забирает первый раунд, но... Еще много-много. Что-то в стойке начали пропускать. Ай-яй-яй-яй. Вот, хорошо. По ноге. Фирменные наши. Внутренний, внешний лоу. Голову, голову, голову надо закрывать. Ай-яй-яй, не достали. Вот, колено хорошо зашло. Еще хорошо. Стойки перерубили все-таки его в конце. Да, напряженно. Но в борьбе у нас, конечно, там поборол нормально так. Ну вот наши лоу-кики все показывают. Ну, очень сильный у нас удар ногой. В борьбе было непросто. Недолгое время он нам не давал встать. И вот здесь хорошо мы пробили навстречу. Тяжелый-тяжелый бой. Бам! Второй раунд.
Поехали. Понеслись буквально вперед. Хорошо. Серия. Про блоки не стоит забывать. Хорошо, навстречу встречаем. Извиняюсь за тавтологию. Тоже нам по икрам пытается пробить. Уходим, уходим, уходим. Есть. Хорошо. Еще. Тише, тише. Ноги, ноги. Голова. Следим. Он тоже нам решил ноги поотбивать. Это он зря начал. А, и тейкдаун пропускаем. Тейкдаун пропускаем. Борется он прекрасно, парень. Я уже вижу сразу. Под болевой попадать не хочется. Пытаемся встать. Есть. Есть нога. Выносливости не хватает. Надо уходить из... отсюда, с угла. Есть нога. А, опять под тейкдаун попадаемся. Не удается, пока парирует мне. Не успеваю я. Надо вставать, вставать, вставать. Есть, есть, есть. Встаем. В ближнем бою деремся. Отлично. В общем, он через тейкдаун пытается нас победить. Тихо. Получил по ноге. Ставит блок. У нас выносливости не хватает. Аккуратно. Есть, еще пропускает он. И по лицу. Опять идет в борьбу. Но что ему остается, да? Он только в борьбе спасаться. Надо встать, встать из-под тейкдауна, вылезти. Есть, еще. Выносливости нам не хватает. Еще. Так, так, отдышаться надо. Уже еле ходит он. Ставит блоки. Есть, есть. Проходит через ноги. Добиваем. Нет, уходит. Давай, вставай, вставай. Ну, в борьбе он хорош. На болевой может попробовать выйти, а? Не зря мы его тренировали. Выносливости не хватает нам. Давайте попробуем встать. Отлично. Так, отдохнем чуть-чуть. Ага, по ноге тоже пропускаем, но у нас ноги прокачаны. Есть! Все, нокаут! Ха-ха-ха-ха! Мои лоу-кики! Нокаут! Отдыхай, парниша! Алекс Крылов, победа нокаутом по ногам! Ну, это наша фирменная фишка становится. Бах, коленом даже получилось, как хромового лося такого. Ух, жаришка, ребят. Вот такая вот серия получается у нас. Да, да, смотрите, как мы рады. Кричим. Ага, ну что, как ощущения? Ха-ха-ха. Ага, верно, давай, идем. Вот так вот. Во втором раунде капитулировали нашего соперника. Я думаю, на этом можно завершать серию потихонечку. Сейчас посмотрим катсцену. Так, фанаты нам прибавляются. Развитие приемов. Где их только можно посмотреть? Победа в поединке. Соперник добит. Отлично. Так, ага, вот здесь можно все это посмотреть. Я понял. Продолжаем. Тогда. Да, интересная карьерка UFC, ребят. Сейчас на этом уже будем потихонечку завершать. Посмотрим, что там дальше. Я уже пока не понимаю, как вот... А, ну вот здесь, отлично, претендентская серия. Вот на этом мы завершим. Бой в стиле бокс, бой в стиле кикбоксинг, бой в стиле... Все на Б у нас. Президентская серия Дэна Уайт. Вас пригласили. И вот она сложность. Ну, мы средний, наверное, пока выберем. А там уже дальше будем смотреть, как оно и что. Для высокой мы пока еще слабоваты. Для низкой уже контракт, вот. Для низкой слишком. Отлично, вот здесь подпись, да, принять контракт. 5000 плюс 5000 победа. Алекс Крылов, контракт на один поединок у нас. Приз получен, профи. Вот наша карьерка, да, потихонечку начинает развиваться и идти в гору. Угу.
Стимуляция до следующего вызова на поединок. Завершено. И здесь уже мы будем прокачивать боевые сборы и все прочее. Ага, меню бойца вызывается кнопкой R3, происходит его развитие, очки, сообщения. Ну вот такая его как бы личный кабинет. Отлично, отлично, то, что я и хотел. Вот на этом и завершим, а дальше уже посмотрим прокачку и дальше бои. Вот она наша шорт-лист и прочее. С вами был канал Игры Фолл. Спасибо, ребят, будьте со мной, а я буду с вами. Всем пока, до новых побед!